все-таки фонд поддержки предпринимательства у вас, да, наша же конечная цель, точнее одна из целей, выносить это все на правительство Республики Татарстан. Да? То есть вот тот мини-мастер-план Куяков, которым мы занимаемся, да, он будет вынесен на, сначала в Кабмин, потом президенту с участием ЕНЭКа, всех заинтересованных, так сказать, структуры ведомств с ровно таким предложением. Да? Но при этом надо понимать, а сколько, а есть ли такие предприниматели в Куяках, которые готовы в эту историю входить, да, и есть ли там действительно трудовые ресурсы, которые могли бы остаться на месте, а не уехать в Казань, да, когда будет сделана хорошая дорога четырехполосная, да, которая опять же спровоцирует дальнейший отток трудоспособного населения в Казань. Вот они, четыре полосы, да, 15 минут и ты в Казани, и там, казалось бы, там некоторые рабочие места по определению там на 5-6 тысяч, но дороже, чем в Куяках. Да? Это любой город-пригород, он как бы так работает. В любом случае там ставочка чуть повыше, и в любом случае поехали туда. Создавая эти преференции, можно эти ставки как бы уравнять, попробовать. Но это тоже нужно делать не просто выходя на президента и говорить, а давайте мы вот так вот сделаем. Ну, нужно понимать, а есть такие люди, которые этим готовы заняться, а есть люди, которые придут туда на рабочие места. Что, собственно, мы и пытаемся с вами делать. Можно еще вопрос? Конечно. Пожалуйста, на заправочной станции вообще земли есть? Вопрос. Вот нужна заправка. Определенный минимум муниципальных земель, он есть. Вот. Есть достаточно большое количество земель, которые в собственности. Но можно рассматривать и тот, и другой вариант. Да? Входить в какие-то разговоры с собственником, либо смотреть муниципальные. Вот. Тут просто вопрос выбора площадки реального. Да? И не просто же площадка, которая была бы где-то там на задворках, в которой заехать сложно, а площадка, которая была бы на ходу. Площадка, которая была бы на ходу, которая была бы удобна для того, чтобы поставить на ней соответствующую заправку. Ну, это уж конкретно, если можно, мы вчера в компании еще списали, да, вот выбор с этим заправочной станцией выбор. Мы вчера такие экспрессы в время провели в компании, в встрече. В принципе, мы готовы посмотреть возможность строительства заправочной станции. Очень хочется рассмотреть место, это въезд в Куяки со стороны Казани. Выезд рассматривать не очень, с нашей точки зрения, правильно, по причине того, что не против, и люди просто утром не дозаправить машину, а не выскочить из этой пробки самое главное. А вот вечернее, вечером, это въезд в Куяки со стороны Казани, это нам нужно полгектара. Электричество мощности порядка 80. Очень хотелось бы иметь центральное водоснабжение. Это примерно в том районе, да? Да, именно. Лучше будет, если в черте населенного пункта, потому что если окажется за пределами черты, то это долгая история. С коммуникацией долгая история будет. Параллельно можем поставить мойку, автосервис. Кафе, приязвы, ну, кафе, ну вот нашего формата, да, если были на наших станциях, наверное, видим, такой небольшой фастфуд. Еще раз скажу, какая площадь по проекту? Если позволите. 80 кВт, да? Да. Я всегда боюсь что-то обещать, потому что понимаю, что работает фактор времени, всем хочется быстрее. Вот касаемо разговоров про ЗС и так далее, ну, лет 10 двух комиссий по выбору участков по ЗС. Конечно, если будет территория, это рынок, это хороший бизнес. Поэтому, если будет участок, на него прибегут довольно многие. Поэтому вы понимаете, что да, это та точка, которая всегда будет работать в рынке. И вот та беседа, которая сейчас идет, и обслуживание, которое вы говорите,
оно всегда будет в рынке. А что это такое на сегодняшний день? Те сферы обслуживания, которые обозначены в качестве нужных, при отсутствии дороги, они как-то оказываются в Казани или где-то. То есть они становятся дороже либо по времени, чтобы до них добраться, либо по территории. То есть, грубо говоря, если не будет своего местного обслуживания, вам придется стричься и ехать в город. А если здесь это будет, и если будет плохой доступ, в Казани будет дешевле, здесь будет дороже. Понимаете, что там, профессиональный парикмахер, чтобы приехать в Кулюки и так далее, он возьмет, компенсирует за счет жителей, если приезжающие, эти деньги. И все, что мы сейчас говорим, каждый из вас, ну, считая, что вы предприниматель, на каком основании вам действительно будет целесообразно там развиваться? Когда будет наценка за доступность? Она так или иначе кончается. Действительно, если мы построим дорогу и вылетим в Казань, совершенно по-другому будет это делаться. Но вы понимаете, что мечтать об этом шоссе сквозном, о котором жители мечтают, переезжая сюда, не стоит. Вы понимаете, что обстановка, которая в экономике сейчас складывается, все эти вещи достаточно удаленной перспективы. Именно поэтому сегодня вопрос как раз и ставится. Если вы хотите, чтобы ваш участок вырастал в цене, он вырастет только в том случае, если это обслуживание придет на эту территорию. За счет хорошей организации, в том числе и жителей. Это как раз вот спасение утопающих дело рук самих утопающих, в данном случае 100%. И поэтому побудить, найти себя в этом деле, это вещь очень важная. И я вот считаю, что очень важен этот круглый стол, потому что ну, институт сейчас, честно говоря, занимается не совсем своим делом, потому что ему нужно было бы иметь вот тот самый механизм местного управления, с которым эффективно работать. Сейчас вы как бы не уполномочены с книжечкой в руке нести эти вещи, но вы являетесь тем самым элементом, который, в принципе, должно эту идею на месте объяснить. Нет детского садика. А кто-то подумал, а может быть, организовать семейный небольшой детский садик конкретно? Появляется конкретика, появляются методы помощи и решений. Ну, вот элементарные вещи. Если мы говорим о том, что, вот, скажем, Георгий Васильевич специалист именно по той зоне, когда начинает зарождаться центр, как ядро активности, может быть, уже сложившуюся территорию, где там у вас, ездили уже в центре поселка, где сейчас мы видим, какая-то концентрация, появляется эта архитектура, которая стягивает и создает центр, в том числе общественный. По многим позициям, сейчас просто не буду говорить, но вполне возможно, что вот на въезде, где есть такой резерв немножечко территории, ну, не вполне хороший рельеф, но это в этой зоне совершенно спокойно можно сделать, появится заинтересованными организациями АЗС. Там есть ограничения по доступности и так далее. Но, тем не менее, сейчас уже всегда АЗС не только туалет обязан сделать, но, естественно, сопутствующий бизнес. Какой сопутствующий? Это тот самый бизнес-проект, который по очередям можно развивать. Я просто говорю о том, что если мы хотим что-то делать в этой ситуации, то всегда регулируем двумя путями. Открывать все возможные каналы развития и четко формулировать то, что нельзя. Вот политики обычно так делают. Что нельзя? После Второй мировой войны в политике нельзя там взрывать атомную бомбу, нельзя менять там Совет Безопасности и так далее. Через это все развивалось. Все остальное, все пути к миру должны быть открыты. Вот здесь то же самое. Чего-то нельзя мы для себя должны написать, ни в коем случае табу, потому что это недопустимо. И открывать все возможности. Я вот, честно говоря, не понял торгово-промышленную палату, там, Минстрой, какие-то там чего-то, преференции. Вот нет, нельзя ли более, я сформулирую до конца, а есть те аналоги, которые вы практически можете сказать, где-то сработало вот так. Именно конечно, к тому масштабу. Конечно, в Иннополисе.
Иннополис накрывает всю территорию. Это его статус изначальный, когда он создавался. Здесь вы можете аналогию, которую можно конкретно сформулировать так, чтобы она прошла через действительно структуры, имеющие право предоставлять эти льготы? Эти льготы имеет представлять Госсовет. Вот. Но на него-то надо ведь выйти. Просящие должны быть со всех сторон. Потому что, ну, кто может следить, мы в прошлом году просили эти льготы для вновь образованного малого бизнеса в сфере обрабатывающего производства, строительства и в сфере социальных услуг. Вот. К примеру, допустим, по упрощенной системе два объекта налогообложения есть, доходы минус расходы и доходы. По доходу минус расходы есть льготная ставка 5% вместо 15%, но предприниматели ее не любят, потому что расходной частью заниматься. А по объекту дохода, хотя у республики есть право дать такую ставку, льготной ставки нет. Можно дать 1% вместо 6%. И можно дать на любой территории. Вот с этого места подробнее хотел задать вопрос. Это вы отраслевой даете? А отраслевой плюс территориальный, чтобы его привязать? Возможно это сделать. У нас компетенция законодателя, это налоговая ставка по упрощенной системе, это наша компетенция. И какую конструкцию мы соорудим, она так будет работать. Есть эти льготные налоговые ставки для резидентов технопарков при условиях заполняемости этих технопарков. То есть республика имеет возможность сконструировать условия предоставления льготы, как ей захочется. Для этого юристы в республике. Замечательно. Можно попросить вас протокольно предложить, с учетом вот вся информация, какую там есть, что бы вы в данном случае рекомендовали использовать для развития вот тех бизнесов, которые там запрошены. Потому что, да, какие шаги нам просить, чтобы это заработало? Потому что мы для института территориального планирования это неправильная задача, поэтому зацепиться за это административно-технически, ну, наверное, можно было бы. Просто я других специалистов, кроме вас, в этом плане не вижу. Мы еще не на экономике. Вот вы как раз пишите, кто должен. Есть же представитель. Три раза постучать в Минэкономике, четыре раза заглянуть там в Минзем и так далее. Вот эту вот процедуру, чтобы дойти до финиша и не утонуть посередине. Попробуйте помочь нам в этом деле. Ну, сказали, сформулировать это предложение легко, пройдите сложно. Вот, раз уж я тут от Министерства экономики, да, если мы говорим там о преференциях, да, там УСН доходы 1%, доходы там минус расходы 5%, то есть, ну, как бы эти системы налогообложения, ну, как бы эти ставки, они есть. И возвращаясь к нашему там разговору про то, что если вдруг появится промышленный парк, то, соответственно, ну, как бы автоматически этот промышленный парк, пройдя аккредитацию Министерства экономики, он получит эти, ну, соответственно, ну, как бы льготы, да, там еще по транспортному налогу, по земельному налогу, нулевые ставки. И, соответственно, ну, как бы, что мы получим? Зачем нам не изобретать там велосипед там, и говорить, а давайте мы создадим? То есть, ну, как бы, фактически задача, ну, как бы, если мы понимаем то, что на территории есть там потребность, да, там развития, например, там, каких-то промышленных производств, хотя мы понимаем, что на территории промпарков это не всегда именно там, только промышленное производство. То есть, если у нас появляется промышленный парк, который аккредитован Министерством экономики, не надо никуда стучаться, ни в Министерство экономики, ни в Минстрой, потому что это уже программа работает. Ну, выйти на организацию промпарка именно на эти территории, вы понимаете, достаточно сложно. Поэтому я задавал вопрос, и коллег говорил о том, что может быть воспользоваться как-то рядом лежащий. Но это все равно не решает вопрос, туда надо проскочить через то узкое горло транспорт, который мы все понимаем. Поэтому речь идет о том, чтобы локализовать здесь именно местное обслуживание. А для этого вот, потенциал тех незанятых граждан или желающих развить свой потенциал, вот его бы желательно поднять. Я не знаю, потому что бы мы сейчас ни делали, поймите, вот, с неполной базой данных даже выходить наверх и просить что-то быстрее и скорее сделать довольно трудно. Поэтому, ну, пешком ходил, когда был районным архитектором в центре Казани, я знал чуть не все заборы, когда все ветхость обходили. На местном уровне здесь этого нет.
Там я не составляло труда взять планы ВТИ, раскатать и знать, сколько были поквартирные отходы, знали, кто чем живет, кто чем дышит. Вот, может быть, как-то попробовать вам организоваться с вот этим обходом, потому что, предположим, институт что-то такое предложит, что быстрее, логичнее в первую очередь. Прекрасно понимаете, что сегодня с экономикой не очень, и каждое предложение, которое, с которым будем выходить наверх, вы будете в конкуренции с другими образованиями. И если что-то и будет двигаться вперед, то именно то, где будет показана стопроцентная эффективность. Вот живет не 18 тысяч, как там вот вы сказали, а уже 38 здесь. Если мы показываем, что реально здесь живет там 45 тысяч, то если мы решаем эту проблему с очередностью, ту же полосу дороги быстрее, чем окружение, мы показываем, какой эффект будет. Вот как бы обобщая это, здесь инициатива круглого стола у вас лично как связующего звено со всем населением именно заключается в том, вы заинтересованы показать, вот мы имеем такой-то контингент, решение этого вопроса будет эффективным не для там половины населения, а стопроцентное, которое мы выберем. И второе, вы говорите, вот для наиболее эффективного снятия вопроса, чтобы убрать транзит, мы действительно делаем такие-то решения, но у них есть уже имена и фамилии. Вот для, чтобы выйти на имена и фамилии, вам вместе с нами надо этот вот кусочек работы проделать. Институт может предлагать разные решения, а вам бы, вот, я не знаю, в соцсетях, если кто-то хочет что-то организовать, может быть, в сети вывешивать и начинать что-то такое уже немножко агрегировать население. Мы сюда позвали несколько человек. Прошу вас выступить, ну, с любым сообщением, как посчитаете нужным. Елена Владимировна, досуговый центр для детей. Гульнас Ринатовна, продюсер ярмарок. Галимов Тимур Ильдарович, ветклиника на Дубравне. Ну, это такой девиз мы спрятали. Это значит, ветклиника может быть внутри Куйков. Розеля Ринатовна, клининговая компания. Алина Ришатовна, досуговый центр для детей. Готовы ли, вопрос такой, готовы ли вы быть вот тем самым первым кейсом для всей казанской агломерации, чтобы создать местный бизнес локальный, вот, используя все возможности республики на месте, чтобы улучшить ситуацию. Что вам для этого нужно? Как вы услышали вот нас, вот, всех присутствующих? Наталья, приглашенный пришлёт, да? Да, ну, давайте и не скажу. Галямов Тимур, руководитель как раз ветеринарной клиники. Как раз вот сейчас говорили по поводу того, что провести опрос в соцсетях и узнать, там, какие вещи более нужны жителям сейчас. Вот. Как раз один из запросов был это по поводу ветеринарной клиники. Вот. Население большое, очень большой частный сектор. Как мы знаем, многие держат в дворах животных, собаки, у кого-то дома кошки. И потребность в клинике она есть. Для нас вот интересно открыть либо перевести действующий бизнес в сами Куйки, либо еще одно отделение. Вот. Понятно, что у нас есть там определенные требования, которые нам выставляет Роспотребнадзор, Россельхознадзор, который нас проверяет. Вот. Но с учетом того, что основная часть земель и помещений, которые есть, они находятся там, в частной собственности. Вот. Для полноценного такого хорошего развития бизнеса непосредственно в нашей сфере, вот, хотелось бы понимать, как администрация может нам помочь с этим, помещение какое-то там выделить, там, дать землю для строительства там, крупного центра, потому что здесь еще вот представлен конный клуб, в принципе, это тоже, ну, можно сказать, наша сфера, которую можно в дальнейшем развить, вот, в плане животноводства. В любом случае, если открыть там конный клуб, это надо, чтобы был ветврач, обследовать животных, следить за их состоянием. Вот. Соответственно, тут мы можем сделать ветклинику и параллельно расширять бизнес именно с теми запросами, которые есть у жителей. Вот. Соответственно, нам тоже нужно понимать,
что нам может дать город, администрация, это там землю, либо там участок под строительство. Какие-то льготы будут у нас там с налогами. Если делать там крупный бизнес, будет ли это помощь от фонда предпринимательства, какие-то там льготные кредиты на развитие вот этого бизнеса. Ну, вот это бы хотелось все понимать, услышать, вот, что, какие вот привилегии будут у нас для этого. Я житель пригорода, живу в Константиновке, но эту часть города тоже знаю хорошо. Потому что, сейчас, секундочку, можно я скажу? Потому что у нас клиника находится на Дубравной, и как раз очень много жителей, кто непосредственно с Куйков, это Новый Солнечный, приезжает к нам. Ну, мы относительно недалеко находимся. Поэтому знаем то количество людей, которые из этих населенных пунктов приезжают непосредственно в город для того, чтобы получить ту или иную услугу. Мне кажется, вот, сейчас видите, на примере вот этого предложения, я повторюсь, целесообразно сформировать хотя бы как небольшой перечень бизнес-идей, даже не бизнес-проектов, потому что до бизнес-проекта еще далеко, да, до бизнес-идей в деревнях Куйках. Вот. Не просто бизнес-идея, а что нужно для реализации этой бизнес-идеи. Вот. И посмотрев на эти бизнес-идеи, понять, а может ли вообще что-то наша власть там, муниципального уровня, республиканского уровня для реализации этих идей что-то сделать. Потому что если все будет упираться в земельный участок, который в частной собственности, ну, у нас частная собственность, она же неприкасаема, никто же, наверное, не будет выкупать для организации частного бизнеса, для этого частного бизнеса государство же не будет, наверное, выкупать земельный участок. Вот. Поэтому нужно сформировать кейс бизнес-идей для начала, на мой взгляд. Все вот это остальное, без вот этих реальных предложений, я тоже считаю, это реальное предложение, но сразу возникает вопрос, а что вам надо в Куйках для этого? Ну, для начала нам нужно помещение, куда мы везем свой бизнес. Какое у вас требование, какой площадью должно быть помещение, да? Какая этажность, какой земельный участок, как утилизация отходов и так далее. То есть у вас возникает сразу масса требований с Роспотребнадзора. И чтобы удовлетворить эти требования, вы должны сразу предъявить требования к тому земельному участку, к тому строению, которое вам будет дано. Или вы сами построите. Угу. Тут надо понимать, а это реализуемо или нереализуемо. Если нереализуемо, почему нереализуемо? Вот мне, допустим, приходилось бывать на инвестиционных советах, которые проводят под председателем президента, там АЕС инвестиционного развития рассматривает инвестиционные проекты, и инвестсовет выносит обсуждение этих инвестпроектов, и докладчик тогда говорит, а что мешает реализации инвестиционного проекта? Он выкладывает эти проблемы перед президентом, и президент поднимает с места, значит, соответствующих должностных лиц, можно сделать, нельзя сделать. И так вот в ручном порядке по каждому инвестпроекту идет разговор. Вот, наверное, мне так кажется, что в данной ситуации пока вот такой режим по Куйкам реализуем. Ну, собственно говоря, для этого есть. Ну, давайте соберем проекты. Да, конечно. Вот один проект собрали. Все. Вот вы первый в этом проекте, значит. Вопрос, мы готовы быть первыми. Формируйте, значит, для, не знаю, какая структура этим будет заниматься, набор ваших требований. Даже не требований, а райдер, так сказать, условий для того, чтобы там можно было начать вашу деятельность. Кстати, нужно сказать, что на вот этих вот рассмотрениях бизнес-кейсов, как вы сказали, да, президент всегда решает положительно. Да. И вот на последнем, сколько там, 12 было проектов. Как правило, уже вопрос уже решен, конечно, ну, да, к этому времени. Конечно, он уже решен к этому времени, но каждый кейс заканчивается тем, что либо в район представляет землю, да, если республиканское, то республиканское представление земли, да, для развития бизнеса. То есть они решаются положить на эти вопросы. Да, это не длинный, в смысле, не короткий и не простой путь, да, но как бы его проходят, и даже небольшие какие-то бизнес-кейсы вот, на прошлом деле были рассмотрены и решены положительно. Собственно, вы спросили меня то, что я собирался. Просто на том же инвестиционном совете я все точно так же слышу. Ну, правда, разные предложения бывают. Сразу видно, что некоторые не реализуемы. Вот если вы можете, конкретизируйте вот
эту вещь, то, что я услышал от вас. В первую очередь, хочу ехать филиалом. Примерная площадь, требования по изоляции от других функций, или нет требований, если это какой-то там местный, потому что в центре Вахитского района есть, там, куда приводят тех же живут, условно говоря. Вторая очередь по максимуму. Вот надо столько-то. Участок, там питомник какой-то, наблюдение, зона. Это такой случай. Но причем, если бы это было действительно очень эффективно, наверное, вы бы уже рассматривали, как выкупить вот какой-то дачный участок в конце, да, нашего массива. И даже никого бы не спрашивали. Ну, наверное, вы сейчас ищете вот такие вещи более эффективные. Пойдет бизнес, будете выходить на вторую очередь. Поэтому, чтобы нам вот его конкретно привязать ниточками, показать, где что искать под вас, вот, наверное, сколько вам надо времени, положите на стол 2-3 листочка